Мирабо нужно предупредить о том, кем на самом деле является Жермен. Отправляйтесь к нему в имение и все ему расскажите. Встреча с Мирабо. Чё, прям вот... Серьезно, окей. Все, они решили забить, видимо, на катсцены. Такие, да ну в жопу, ребят, какая... Так, артефакт, стоять. Нахера мне нужен артефакт? Я даже не знаю, но я его заберу, раз я рядышком. Элиза? Месье Мирабо? Дайте угадаю, кто-то кого-то убил. Или они совокуплялись. Либо кто-то с ними совокуплялся. Либо вообще никто не совокуплялся. Элиза? Что, в принципе, вообще скучно. Элиз. Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non. Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Давай расширяем тело и съедим! Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. Нет, мой вариант лучше! Ну, Франция же, голод, все дела, почему бы не... Так, следуйте место преступления, окей. Ага. Вот то. Это нормально, что? Он у меня полупрозрачным был. Окей. Что произошло? Ага. Снова эта херня. Qu'est-ce que c'est? Il nous met sur la piste. Дать знак, то что мы ищем тебя, падла. Так, что еще здесь можно исследовать? Шкаф. Кто-то в шкафу, видимо, сидел, да? Du poison. Montre-moi ça. Я облежу. De la conite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Хера себе, ты химик! De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. Ты метамфетамин сможешь из муки сделать? Книга. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kemar. Ok. Уличить? What? Что? Прям могу обвинить ее, окей. Так. Так, у нас есть, значит, булавка тамплиеров, аконит, который она, видимо, унюхала, и некий Кемар. Гарольд и... Геральт и Кемар. Сэр. Сэр, вы не видели здесь никого, кроме хозяина? Да... Хватит крутиться, дебил. Я пытаюсь ровно встать. Сэр, вы не видели тут еще кого-нибудь, кроме вот этого вот чувака с таким же париком, как у вас, сэр? Вот такой... Чё это за буква? Да. Вот так вот донимать убственных отсталых дворецких на работу. Вас убьют, и они даже не помогут вам. Так, окей. Я мог обвинить Элизу, но, видимо, это... Видимо, я еще смогу кого-то обвинить, потому что если мне будут до конца игры говорить то, что я ее обвиняю, это будет глупо. Так, но я не мог это пропустить. Если бы я сейчас промахнулся, это был бы такой фейл. Я случайно вообще крестик нажал, если честно, такой крестик, ну ладно. Нажал, и он открыл. Не знаю, нахера я залез наверх, если мне нужно идти вниз. Эй! Мастер Кемар! Я все знаю про тебя, проклятый наркоман.
Фак. Ух да, надо опорожнить. Здесь все дело. Так, 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 стоять. Bonsoir, monsieur. Так, есть еще какие-то? Вообще-то можно еще и восстановить. А насрать, потом с ним поговорим. О, верхних верхние этажи можно. Nous avons découvert quelque chose au grenier durant. Нам сейчас блокируется какое-то новое задание. Окей, это на самом верху. Открылась какая-то комната. Потом туда схожу. Mon beau-frère est jardinier. Il vit à Arcueil. То есть мне надо вниз идти в эту каморку, да? Этим наркоманом проклятым наркоманом. Так, но я здесь, по-моему, какую-то дверь открыл, какую-то оружейную. Когда выполнил загадку Нострадамуса, так что не сразу туда пойду. А ну, гарду. Я такое чувство, что я могу туда пройти, но меня не пускают. Ладно. Эй, ты. Мистер Кемар. Мастер Кумар. Так, а здесь что-нибудь есть? Я подумал, это что-то бюст кого-то из лососинов. Известных. Окей, видимо, меня потом туда пустят. Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi? Mirabeau est mort. Mort? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler Élise ça. Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison. Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée. Mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions. Merci. Oui. Мастер Кемар знает жуликоватого аптекаря, который специализируется на сомнительных сделках. Поговорите с аптекарем. Ха, я могу увидеть теперь Кемара. Так. Окей, тут детективное задание есть. Классно. Это уже что-то другое. Это уже интереснее. Решили разбавить, видимо. Типичная, приди, убей. О, кстати, да, ранги. Давайте посмотрим, какие-то ранги-то. Я проверенный солдат. Я недавно был легендарным ассасином, ёпарисоте. У меня прям было написано легендарный ассасин. Какой-то баг произошел с этими рангами. Все ужасно багует. Так, я так и не понял, что за херня мне открылась... Под кафе-театр. Я же сейчас нахожусь под кафе-театр, да? Или там есть еще какое-то подземелье? Ага. Говорить? С кем? С дверью? Я не понял, с кем я должен был поговорить.
Я такой, дорогуша, дверь, я понимаю, ты сделана из металла, но все же, может быть, мы с тобой пройдемся как-нибудь, нет. Я тебе принес вот этот замечательный поводок с ошейником. Пойдем, 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 нет, нет. Скотина, я все деньги потратил! Так, а, это просто мне показывали, что я должен выйти в дверь, чтобы поговорить. Так, кафе-театр. Ну так вот, я хз, короче говоря. Ладно, давайте сходим, что я там разблокировал. Так, не сюда, а куда? Окей. Показывать всех, кто есть в сети. Их можно пригласить. Да, это с теми, с кем я проходил кооп. Те, с кем я проходил кооп. Достижение. Оу, oh, yeah. На нем хотел как-то визуализируется сейчас. Коллекция памятных вещей. Ничего-то нет. Да, видимо, статуя меняется в зависимости от того, насколько крутое у меня снаряжение. Так, я сделал же круг, да? О, господи. Я понял, что у меня не потрачено исчезки синхронизации. Мне не на что их тратить. Ничего полезного нету. Только говно какое-то. Броска монет и так далее. Нахера я сюда побежал? Так, вот здесь что-то открылось. Мариамна не впечатлила. Что? Окей, это вырезка из газеты. Не особо она и нужна, скажем так. А, боже мой, я не знаю, где комната Арно. А, вот она. Да не хочу убивать преступников, не хочу. И чё? А, да, мне вчера про это говорили. Я думал, чё он встал. Комната с видом. На какую-то парашу. Просто... Отлично. Можно посидеть. Постоять. Посидеть, постоять, да? А что это такое, кстати? Зал клубов. А как мне туда попасть? Ну, видимо, через кафе как-то. Смотрите, они исчезли. Исчез этот зал клубов. Нет, все-таки он выше. Вот он появляется и исчезает. Так, а теперь он ниже. Так я прохода вниз-то не видел в этом кафе. Ой, да заткнись ты, чувак. Как мне туда попасть? Так, лучше зайти через с парадного входа. Аптекарь подождет, у него рабочий день.
Ну зашибись! Я не могу их толкнуть. Надо хоть выбежать смог. Так, тут есть различные задания, открылись. Совсем немножко. Слушайте, свалите отсюда, а! А, боже мой, теперь люди нерасталкиваемые. Ага. Вот, видимо, здесь открылось что-то. А, они будут теперь постоянно здесь находиться. Окей. Профиль клуба Pop Checkers. Зачем вступать в клуб? Каждую неделю общее число очков креда, заработанных членами вашего клуба, сравнивается с показателем других клубов в группе из 6 клубов. Если ваш клуб обойдет соперников в своей группе, вы получите уникальную награду. Займите первое или второе место, чтобы перейти в следующий дивизион. Вы можете получать больше очков креда, участвуя в некоторых событиях и выполняя определенные задания. Чё, дебилы, что ли? Чё, заняться нечем, что ли? Чем выполнять одни и те же задания? Серьезно? Так, это не то. Тогда я не знаю, что открывает эти ключи. Окей, здесь как раз эта дверь все это время была. Окей! Я только сейчас ее заметил. Ладно, пойдемте к аптекарю, пойдемте, пойдемте. Так и быть. Но я ачивку получил! Ачивку! Знаете, вот все эти DRM-защиты новые и так далее, они, в принципе, не нужны. Просто берешь, выпускаешь игру в Стиме, добавляешь в нее ачивки и карточки. Все! И все покупают, потому что сразу видно то, что... То, что сделано для... Сделано для нас, для задротов. Не для тех, кто деньги должен отдавать, а для задротов, которые деньги должны отдавать. И отдавать деньги должны за задротство. Причем ачивок должно быть как можно больше. В игре, которая проходит за 4 часа, должно быть ачивок 500 штук. Да. Не в цивилизации, в которую можно играть вечно, а в каких-нибудь тупых инди-играх. Ты поклоняешься ведру с водой, ладно. Ну там чувак стоял. Bonsoir. Je me demandais si... Pas deux fois. Ah, bravo. Attends. Bon sang, reviens ici. Arrête. Attends. Блин, ну охренительная камера была, конечно. Я сделал потрясающий крюк. Я уже определил два объекта. Я нажимаю круг. Я сокращаю, сокращаю. Я подъемника не вижу, увы. А, вот он. Je veux seulement te poser des questions. Ne me faites pas de mal. Прыганис! Фак. Une minute, toi, je veux te parler. De quel côté es-tu, hein? Quoi m'accusez-vous? Laissez-moi tranquille. Я тебя потрогал за попку. Одолейте аптекаря, было написано. Одолеть. Ёпты, в шахматы, что ли? Схватить! Что значит одолеть? О, преклонись передо мной, раб, я одолел тебя! Я потрогал тебя за попку! Это локализация, она еще смешнее французского языка. Вы
vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche. Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore. Je n'ai jamais vu son visage. Oh, il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en garde qu'une petite quantité. Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose. La seconde dose? Tenez. C'est tout ce que je sais, je le jure. Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait... Хорошо, что у меня капюшон без этой... без кандончика. Toutes bonnes histoires ont leur part d'ombre. Des bambouches. Nous avons été trahis par l'un des nôtres. Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend? Ok, это все задание. Интерфейс, ты где? Верните интерфейс! Спасибо. Я потерял. Я, мне было страшно немножко. Я подумал, что интерфейс приказал долго жить. Так, а что мне делать-то дальше? Куда бежать-то? Естественно, сундук посвященного не открою ни хрена. В разлом надо потом еще сбегать. Хо-хо! Но я смогу, у меня четырехкратная. Четырехкратный алмазик, изумрудик или что это такое? Чем. Че там кулили разработчики? Когда называли эту херню? Не ромбиками, а каким-то там драгоценным камнем, что ли. Чтобы. Не знаю, увеличить эго играющих. Фак, естественно, забежал в дом, где нет окон. Нет, есть. Но здесь нет выхода. Я не знаю, как он на бельевой веревке может стоять, но все бельевые веревки, которые я видел, они обычно... В общем, не важно. Ну, просто попробуйте хотя бы повисеть на бельевой веревке, если вы знаете, что такое бельевая веревка. Ну, вдруг кто-то не знает, вдруг кого-то там... Не знаю, рабы есть, которые сушат... одежду на себе. Так, серьезно, я... окей. Сударь, у вас есть лестница вниз? Спасибо. Это для паркура. Нахрена он нужен? Ну, прыгай. Главное, вот здесь уже прыгать не хотел, когда я нажимал R2 и вперед, а там хотя бы... Там хотя бы вообще не такая небольшая высота была. И пришлось нажимать крестик. А иногда он берет и прыгает просто в жопу нахер, подыхая. Парижские истории. А, попозже. Посмотрим, что это такое. Ну, ва, вот козел ты, а. Че вы меня запомнили? Я вообще парень свой. Ну, ни хрена себе. Ну, ни хрена себе, ребята. Ох ты, дерьмо. Что-то они активнее начали меня преследовать. Я вообще здесь не был. Где я нахожусь? Ау, музыка по ушам почему-то бьет. Что-то непонятное со звуком в этой игре. Музыка по ушам бьет, хотя... Да нет, это не у меня только настройки. Блин, это не могут быть у меня настройки. У меня все остальные игры-то нормально идут. Что-то они замутились здесь со звуком, и непонятно что. Блин, вы тоже слышите различия, да? Если откроете, допустим, Assassin's Creed 4, и вот это вот... Срань, допустим, видосы. Не-не-не-не-не-не-не, оставайся оранжевым, молодец. Вообще-то мог туда переместиться по-быстрому, но ну... Да ну в жопу. Можно еще кого-нибудь потрогать, нет? За жопку здесь. Может быть, здесь есть что-нибудь? Вообще-то тут появились кокарды. А почему нам не собрать кокарды в процессе? Просто побегать, а вдруг что-нибудь найдем?
Это всего 3 минуты, я думаю. Да вот же дерьмо! Не трогай! Не трогай, падла! Не трогай! Нет, я сказал, не трогай! Не трогай! Как с тобой говорить? По-мужски, не? Это напоминает мне одну ситуацию такую. Это был супер. Они так упали. Такую ситуацию с разными голосами. Я наткнулся на стрим от трансвестита или транссексуала, я не знаю, кем он там является. И, в общем, он говорит таким, знаете, вот таким тонким голосом. Вот таким, как будто женский голос говорит вот так вот. А потом ему, видимо, нужен был кто-то из... Где эта херня находится внизу? Где находится берег? Вот здесь. Тонким голосом говорит. Потом, видимо, ему затрахало этим заниматься. Он... Ему... Уберите загадку Нострадамуса, спасибо. Затрахал этим заниматься, он взял... Рубашку застегнул и начал говорить чисто мужским баритоном. Я так сижу. Кто-то на стримах на это покупается. Я не знаю, где здесь эта херня находится. Да, так что. Да, мир ужасен. Либерте. 13-й район, детка. Надо больше написать. Ля парку. Нет, я, похоже, не найду проход туда. По-любому где-то есть колодец какой-нибудь убогий. Который надо запрыгнуть, который находится в километре от этого дерьма. Серьезно? Им за это деньги платят? Ну хотя там, может быть, звукорежиссеры напридумали каких-нибудь... А, вон, вижу, там спуск есть вниз. Звукорежиссеры напридумали каких-нибудь там интересных. Окей, мне нужен пароль. Интересных цитат, которые заставляют охать и ахать женщин. Или дарит им цветы постоянно, и такие... Так, раз я не знаю пароль, то я пойду сюда. Ну, я хотя бы один заберу, ну, блин, ну. Так, это наверху, по крайней мере, херня. Мне нужно знать пароль, чтобы сюда пройти. Обалдеть. Блин, я подумал, что тут опять кто-то кого-то лапает. Нет, оказывается, просто танцует. А хрен просто слышишь, когда кто-то кого-то лапает, и они просто танцуют. Хотя, знаете, в принципе, иногда и не поймешь. В клуб же приходят тоже полапать друг дружку. Потому что там так много танцев, надо знать. Так, Я ошибаюсь, или я все-таки видел какую-то кокарду еще здесь? Нет, она вон там вдалеке. Все, не важно тогда. Не-не-не-не-не, важно! Важно! Все важно. Сейчас подождите. Я просто надеюсь все-таки найти хоть что-нибудь интересное и веселое в этой игре. Блин, ну. Я не знаю, сделали бы они хоть тут, я не знаю. Проституток нормальных, что ли. Он даже не торопился. Заткни Хайло, я уже его уронил. Не, ну серьезно, там хоть можно было... Окей. Что я делаю? Почему я не могу встать? А он исчезнет, если я... Не присоединюсь. Сейчас давайте посмотрим. Да, он исчез. Мадам,
Рejoins-nous, on est des précieuses. Passe. Я это увидел впервые за всю игру, вот эту вот срань. Присоединение в процессе. Мне еще нравится, как разработчики говорили, ой, это будет все плавно, вы даже не заметите, вы сможете увидеть на улице, это так далее. Ни хера этого нет. Это все маркетинговое вранье. И я, блин, говорил это 300 раз во всех возможных, своих обзорах, мнениях, но нет. Люди просто готовы верить видео с 200 тысячами просмотров, а не как бы в здравому смыслу. Они скажут, о, это Next Gen, такие, да это Next Gen, у него 2000 просмотров. Он сказал, а ты фулох, у тебя всего 2. Так что ты не можешь быть прав. Ну серьезно, и потом выходит такой, окей. Игра, окей. Ну это сделал. Вот это уже, по-моему, чисто на фанатов рассчитано. Я просто не понимаю, кто будет в это играть. Мне нравится серия, нравилась. Но теперь я в это играю, чтобы просто. Ну, во-первых, люди меня будут бить, если я это не сделаю. Во-вторых, мне хочется узнать, насколько еще они могут просрать некогда мою любимую серию.